Здравствуйте, с вами Александр Маточкин, передача «Спокойной ночи, мужики». Сегодня расскажу вам про умную Дуню. В одной деревеньке жили брат да сестра. Брата звали Саня, а сестру Дуня. Брат уехал в город деньги зарабатывать. И год его нету, и два его нету, а тут прилетает телеграмма. «Дунюшка, встречай, скоро буду, Саня». Дуня думает, чем братца встречать. Братец коклеты любит, поставила на плиту коклеты жарится. А брат любит коклеты с пивом. В погреб пошла, там отвернула, значит, краник, пиво цедит. Ой, вспомнила, оставила ведь я коклеты на плиты, ведь подгорят. Побежала коклеты сымать, подгорели. Ну ладно, поставлю хоть на окошко студиться. Ой, краник-то забыла завернуть, пиво выбежит. Сыпалось в подпол, пиво уж лужа во весь подпол. Ну что, брат не любит сырость, давай муку, взяла мешок, да присыпает. Мучкой присыпает, ножкой притопает. Ох, сухо, ох, хорошо. Ой, я поставила студиться коклеты, а котенок-то ведь съест. Побежала скорей коклеты смотреть. Нет коклет, котенок сидит, облизывается, съел. Ой, пригорюнилась Дунюшка, в окошко сидит. Ну что, ни коклет ведь нет, ни пива, ни пирогов-то на печь не из чего. Чем брата буду встречать, вот думает в черных горях. А брат прибежал веселый. Дунюшка, встретил сейчас на пристани делового человека. Тёс обещал мне продать, будем крышу крыть. Ведь не стройся, а кройся. Вот деньги, что заработал, я кладу в сундук, ты их не трогай. Дунюшка видит, ну какие ж это деньги, какие-то пёстрые бумажки навёз. На что нам пёстрые бумажки? Я знаю, деньги бывают золотые, серебряные да медяные. А это, видишь, ещё не было понятия о бумажных-то деньгах. Ладно, брат, и говорит, Дунюшка, не толкуй, я тебе потом все объясню. А сейчас побежал по делам. Брат убежал, ну, Дуня тоже время не терять. Села у окошка покрасоваться. А тут едет горшочник, он увидал и кричит. Красавица, посуда не надо ли? Да посуда нать, да только денег-то у нас нет настоящих. А какие есть? Да вот, брат, какие-то пестрые бумажки навез из города. Ну-ка, покажь. И Дунюшка-то с дуру и покажи ему эти деньги-то, всю пачку достал из сундука. Ну, горшочник глядит, трешки, пятешки. Ладно, ничего, что не настоящий, давай деньги мои, посуда твоя. Дунюшка рада хоть пристроила бумажки пестрые. Наносила посуды, брат прибегает, где стоял, тут и сел. Дунюшка, это что? У ней на полках посуда, на столах посуда, на лавках посуда, на полу. Всю избу улеменовала. Так это ведь посуда. Да откуда? Купила. Деньги где взяла? Я, братец, не деньги, я твои пестрые бумажки пристроила. У брата и челюсть отпала. Да, Дунюшка, да ты что? Ведь я 2 года работал. Да как же ты всю мою зарплату ведь отдала? Ну-ка, Дунька, собирайся, ведь снова мне надо в город ехать, и ты поедешь. Тоже куда я тебя в кухарке суну, в прачке, тоже узнаешь, как деньги-то зарабатывать. Ну, Дунюшка, надо так надо. И с цигунных петель стала дверь. Большую такую, тяжелую дубовую, сымать. Дунюшка, ты что? Так ведь, братец, я ведь знаю, мы пойдем, дорога не близкая. А может, нас путем дорогой и ночка накроет. Так ведь я не могу, надо мне дверочкой закрыться. А с незапертой дверью, я знаю, нельзя и спать, и на ночь валиться нельзя. Ну, что ей хоть кол на головы тиши, она свой ставит. Ладно. Пошли. Вот брат идет, Дунюшка, и Дунюшка идет, и дверочку-то на себе и прет. Ну, а что ты скажешь? Так ведь действительно ночь-то настала. И дождь пошел. Ну, брат говорит,
Так, Дунюшка, место неспокойно, на земле нам нельзя тут ночевать. И звери дикие, и люди подорожнички лихие ходят. Давай заберемся мы... А вон елка какая стоит. И вилова-то разлаписта. И даже он-то не берет ее. Вот на ней и переночуем. Ну что делать? Брат-то высоконько забрался. И Дунюшка, значит, лезет. И дверочку, значит, затаскивает. Брат-то кричит. Дунюшка, куда с дверью-то убьешься? Нет, ничего, мне как я в колыбелечке будет меня укачивать тут. Ладно, как-то угнездились, повалились. Вот, и тут такое дело. Едет еще тот горшочник, видимо, поездил там, видать, в кабаке там, ну, отпраздновал, барыши-то такие. И едет, возвращается в родное село. Да кто же его дождем-то поливает? Не хочется мокнуть. Видит, и ту же он елку увидел. Какая? Дождем-то не берет ее. Дай посижу, дождик пережду, да и посчитаю заодно, сколько у глупой девки денег-то схватил. Ну, значит, сидит, читает деньги. 15, 17, 19, ковырнадцать. А Дунюшка прямо над ним, на дверочке. Вот. Ветер-то подувает, да шумит эти в ветвях, да вот худо ей спится, не спится никак. А тут еще кто-то деньги читает, да кто там такой деньги читает? И стала рассматривать, а лапник-то густой, вот ей ничего и не видать. И так она едок и встала на краешек, и сгремела с дверью на горшочника упала. Ой, горшочник-то, дверь такая дубовая сверху падает, он и свету не взвидел. Выголил на сажень верь, допал свои санки и полил в родное село до свету. Вот, а все здесь побросал, и шапку, и бумажник. Брат сыпался, Дунюшка жива? Да жива маленько. Ладно, брат стал оглядываться, видит, ой, Дуня, бумажник-то мой. Стал читать, все деньги целы. Дуня, кричи, ура, не надо никуда ехать. Вот, вернулись в свою избу. Дунюшка и дверочку на место поставила. Стали жить-поживать, да хозяйство поднимать. Внимание, вопрос, кто внимательно слушал. Почему Дунюшке так улыбнулась судьба? Так все хорошо закончилось-то у нее. Несмотря на то, что делала вроде бы она... Все наперекосяк. Спасибо за внимание. Надеюсь, сказка вам понравилась. Ждите следующей. А сегодня спать. Над небом голубым есть город золотой с хрустальными воротами, стеклянною стеной. А в городе есть сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы.